Ага. Арон выйдет гулять. Арон выйдет гулять. Еще один пришел товарищ. Что, Арон? Я тебя только загнала. Гуляйте. Ни при чем, ни при делах. Гречку попробовала. Да, Джекуся. Да. Не замерзла. У нас сегодня так холодно. Опа. Недолет. Ромашка сразу проснулся, испугался. Сегодня у меня по расписанию борщик. Такую зажарочку сделала. Бабушка моя делала еще со сладкими сахарными буряками. У них на Сумщине такие борщи варили. Я несколько раз готовила борщ с сахарным буряком. Ну, это вообще песня. Зов предков называется. Нет у меня сегодня старого сала желтого. Ничего затухчего-то у борща, как кажут. Так, просто натерла чесночок и зелень. Все, борщ готов. Бульон у меня был заранее сварен вчера. Вот такое количество мяса я ободрала. Я сняла с косточек, которые вчера варила. Будет макароны по-флотски сегодня. Мама наша говорила, когда замуж отдавала, девчата, чтобы у вас было кастрюля борщу на неделю. Вот. И подливка мясная, гуляш или как она называется. И специально приданная давала такую кастрюльку, сотейник для мяса тушеного и для борща кастрюлю. Вот так вот. Так. Лучок обжарился, теперь фарш туда перекладывайте. И что мы здесь ждем? Электричку? Она уже прошла по графику. Наверное, трамвай. А хитрован с другой стороны сидит, выглядывает. Каша варится, горячая. Да. Сварила такие макарошки, рожки. Раньше продавались макароны. У нас макаронная фабрика в городе была. Такие трубочки. Мама все время как сделает целую кастрюлю дня на два, на три. Вот так тоже с борща. Отберет говядину. Тоже раньше косточки продавались. Суповые наборы. Вот. И откуда у нас такая страсть к макаронам по-флотски? Вроде мы все на флоте служили. Или дети пиратов. Я не знаю. Но я люблю макароны по-флотски из вареного мяса. Именно вот из такого. С луком обжаренного. Знаю, что можно еще делать из сырого фарша. Но тогда больше похоже на итальянские болоньезы. Туда еще томатика добавить. И сливок, и будет точно болоньезы. Вот слышно вам, что у меня творится на улице? Это Саша пошел курей кормить на ночь. Потому что я на кухне. Я снимаю. Котов накормила и собаку. А он там их же... гонят. Чем они мне угодили снова? Эх. У меня не кричит никто. Вот, у меня только Амадин кричит и Джейки. Сегодня у меня на кухне тепло. Джейки греется целый день возле костра, возле огня.
Вот. Ромашка. И что сегодня? Чего они у тебя орут? Ну чего они у тебя орут все время? У меня не орут. Я ролик записываю, у меня крики петухов. Петухи где находятся? Закрывай. Они успокаиваются. Капец. Ветер наконец-то угомонился. Очень сильный ветер сегодня был. А сейчас вот не шалох. Не шалох, как в мультике в одном говорили. Полный штиль. День такой не сильно богатый событиями. Кроме того, что у нас посетил... Кроме того, что наш город посетил президент, но вы уже все новости прочитали, все уже знаете, все уже обсудили. Пока все тихо, спокойно. Надеюсь, и ночь будет тихая, спокойная. Все равно тревожно, очень, очень тревожно. Не надо, пускай гуляют. Ну, за, как хочешь. Ромашка пошел на промысел. Всем тихого, спокойного вечера. Доброй, уютной ночи. Уикенд. Сегодня снова пятница. Так живем, постоянно пятница. Увидел. Все, пора спать. Хватит бегать. Сегодня уже 10 раз убегал. 10 раз выбегал. Иришка под забором целый день. Да? Отдыхаем. Все. Вот теперь вуаля. Порядки навела. Теперь можно побаловать себя любимую. И побольше кетчупа. Я так люблю. Всем приятного аппетита. Готовьте вкусно, балуйте себя. Готовьте простую пищу быстро, на скорую руку. Получается даже лучше, чем названный обед. Смачно. И пусть вам будет вкусно.